Нынешний год насыщен рядом позитивных преобразований в системе высшего образования. Достоин внимания и тот факт, что за последние три года в состав 112 вузов республики добавилось еще 6 новых образовательных учреждений. Также образованы филиалы 13 иностранных и 16 отечественных вузов. В результате квоты приема в 2019-2020 учебном году увеличились почти на 20%. Свыше 121 тысячи абитуриентов удостоились стать студентами. В этом году молодые люди впервые в истории республики сдали экзамен по направлению бакалавриата до трех вузов одновременно.